алиф бакислев тавшин айн алиф. Сегодня 8 ноября 2010 года. Я, Печерская Ирина, провожу интервью с госпожой Бендерской Фейгой. У нее дома в городе Бней-Аиш. Мы знаем, что Фейга Бендерская родилась в селе Моевка Винницкой области на Украине 31 мая 1928 года. Фейга, расскажите нам, пожалуйста, о ваших родителях, о семье. Чем они занимались? До начала войны я окончила школу 6 классов. Какую обычную? Украинскую? Украинскую школу, другой там не было. Угу. Вот и началось, внезапно я помню, как началась сразу война. Фейга, вы простите, что я вас останавливаю. Да. Расскажите пока нам о том времени, о том периоде вашей жизни, когда все было еще хорошо радостно у вас. Когда родители было... до войны. До войны, да. Угу. Мы жили в Моевке. Это небольшой, маленький, не то городок, это поселение на сахарном заводе. Там работали мои родители. Отец мой там работал оператчиком. Как его звали, вашего папу? Мойше Лейзерович Мильман. Вот. Мама была по хозяйству. У нас было трое детей. А маму вашу как звали? Рива. Ривки. Ривки, да. Ривки, а фамилия ее девичья? Столяр. Угу. Столяр. Она была единственная дочь у своих родителей и вышла замуж в Моевку. Вы сказали, извините, что у вас было трое детей. Да. Вы можете назвать всех ваших? Ну, конечно. Я старшая Фейга. Были. Да, самая старшая. Я Фейга Мильман. И моя сестра Туба называлась. Мы называли ее Таня. Туба. Она младше была вас на сколько лет? Младше от меня. На сколько лет вас? На сколько? Она, значит, была 30-го или 31-го года. Да. И третий ребенок. И третий ребенок. Ему было 6 лет. Был еврейский ребенок. Его в тишине. Как звали сделали вашего ему... младшего братика? Эли. Эликом его звали. Эли, да. Дедушка. Я их помню, дедушка и бабушка. Это со стороны мамы вашей? Мамы, да. Итак, у вас была семья. Да, но они жили в Тамаре. Небольшая. Да. Папа ваш был откуда родом? Он не был из Моевки? Нет, он был из откуда? Моевки. То есть он что, родился в этом селе? Конечно. Угу. И там была еврейская довольно большая община? Или... Нет. Сколько там, семей там проживало? Там было, там было всего где-то 62 человека, которых... вели на расстрел. То есть они, а в основном это село было украинское? Да, да, там не было. То есть основные жители были украинцы? Украинцы, которые учились вместе с моим с отцом, и с его сестрами, все. Понятно. Да. Итак, ваш папа уроженец Моевки. Да, уроженец жил Моевки. Там... Мойше. Кем были его родители? Так... Он был стекольщиком, отец, а работал аппаратчиком. А родители его, Лейзер, Глейзер, он был стекольщиком, а называл, его звали Лейзер. Да. А на идыш перевести стекольщик, это Лейзер. А то есть это имя его двойное значение? Да, что-то вот оно. Он одно, у меня записано даже есть метрики его там. Такой он был Мильман Лейзер. Мильман Лейзер. А бабушка ваша? Бабушка, я не знаю, какая. Как ее звали? Хайке. Хайке, да. Мильман. А, да. И была фамилия какой-то Берштейн, Штейн, на такой фамилии, Штейн, не помню. Да, вы не да помните, я не помню. У вашего отца были братья, сестры? Очень. Да. У моего отца был брат Гитман, звали. Он погиб... На войне. Он на фронте был? На фронте был. Угу. Был брат Бурах. Он погиб тоже
Был еще брат Янкл, самый младший. Он был трактористом в той же деревне, все же в Моевке. В Моевке, да, все жили. Кроме этого сахарного завода, там, вы говорите, он был тракторист, там что, да, было? Поля убирал. Колхоз или колхозы, что-то? Два колхоза было, 1 мая и колхоз Пермоги. А евреи вот этого, да, села работали в основном, да, где? Да, да, и в колхозе, и на сахарном заводе, да. Одна медсестра, я помню, была, а то все были мастеровые люди, мастеровые, и крестьяне, да. Да? Так вот, три брата моего отца погибли. Их тут у меня есть клуб, у них есть там книга такая, регистрированная. Один сосед спросил, не хочешь там прочитать? Да. Я прочитала, и там есть написано, где, кто, когда погиб. На Белорусском фронте, на... То есть это ветераны войны, евреи? Да, евреи. Регистрации? Да, да, вот они все. И вы нашли своих дядей там? А? Вы нашли своих братьев отца? Да, братьев отца. Угу. И вот когда мой отец вернулся с войны, он взял в жены себе своего брата. С какой войны он вернулся? Ну... Мой отец же с войны-то вернулся. Подождите, давайте я вас немножко, да, остановлю. Значит, смотрите, мы говорим сейчас о вашей семье до войны. До войны. До Великой Отечественной войны, как нас учили, да, в той стране, да? Да, да. До 22 июня 1941 года. Да. Ваш отец работает на сахарном заводе, да, аппаратчиком, мама домохозяйка, трое детей. Да. Вы старшая. С вами же в Моевке живут родители вашего отца, да, его братья. Да. Сестер у него не было? Ой, и сестра была. Вот эти все мельманы, что там написаны, да, вот, это ее, это сестры. Как их звали, этих сестер? Одну звали Фаня или Фейга, а другую звали Маня, она была портнихой, а третью звали Хану. Она же тоже, ее нет. Они все были во время оккупирования. То есть они все в Моевке жили? Они не жили. Дедушка забрал их к себе для того, что он сказал, евреев не будут убивать. С ними даже можно... Дед Лейзер так думал. Да. Угу. С ними можно по-хорошему. Так, ну, давайте пока вот до этой страшной поры в истории вашей семьи и многих... А? Не будем пока говорить о войне, да? Будем, да, говорить о, да, истории, да, вашей, да, семьи до войны. Да. Итак, ваш отец живет в Моевке, работает на сахарном заводе. Скажите, ваш папа, он был человеком образованным, ну, грамотным? Он был грамотный, он, у меня даже есть его письма, которые писал. Но тогда же... Дома вы на каком языке говорили? Мы говорили на идиш, поэтому мы на украинском плохо. Но потом оно наросло, и мы уже когда говорили... вы пошли в школу, да, украинскую? Да. Так, а ваш, вот вы говорите, отец ваш родился в этом же селе. Да. Он, да, получил когда-то в свое время еврейское образование начальное? Нет, нет, там даже, ну, нет. Ну, может, не в Моевке, а где-то рядом, нет, в каком-то местечке? Нет, он получил такое, перед тем, что он женился, специальность... кондитером быть, чтобы, да, это применять. Но это он не применил, а работал на заводе. То есть у него не было еврейского, не, образования? Не, не, не. А дед ваш Лазарь был религиозным человеком? Отец мой? Дед ваш. Что мой? Дед Лазарь. Дед Лазарь, да. Он был Вы верующим. Вы его помните? Конечно. Вы расскажите, какой он был. Он был сам тоже стекольщик. Угу. И работал от колхоза, работал то, что ему давали в наряд. Так. А бабушка была домохозяйка, у них был свой домик и свое хозяйство. Что вы имеете в виду хозяйство? Это огород? Огород, да, был, да, и там была вишня красная, и нам нельзя было трогать, пока не созреет. А, не позволяли вам? Да. Понятно. Такое. А... Вот вы его каким запомнили, внешне? Ой, вы помните его? Конечно, его? Помню. Опишите он был его. Высокий, с бородой. И носил такое полупальто, да, того времени. И обязательно... Подпоясывался, да, какой-то бечевкой.
пояс какой-то с таким, да. То есть он у вас был хасидом, так скажем. Да, он, я же знаю, у них под, на столе под скатертью он вынимал такое там письмо или это большое и читал молитву. А я вечером, если они нас приглашали к себе, бабушка зажигала свечи. На шаббат. Ну, конечно, не такие свечи были еще. Ну, понятно. Вот много. Да. А на Пасху, когда приходила Пасха, Песах, да. Так обязательно пекли мацу в ихнем доме, чтобы никто... То есть все евреи, живущие в селе, собирались в доме деда. Да, они набирали людей, давали им одеяния, чтобы и они качали. Понятно. А мой отец в печку сажал. Понятно. Это такое обоюдное было. А у вас вот в доме, вы сказали, у деда свечи, да, зажигались в субботу. Да. А у вас мама зажигала свечи? Зажигала свечи, обязательно. Угу. Ее мама зажигала свечи, майки. А вы помните в семье, вот вы говорите, что дома вы говорили на идиш. А кашрут у вас соблюдался, праздники все еврейские соблюдались? Да, в тишину. Потом еще 5 километров шли пешки и несли в кошелке там петуха, курица, чтобы там зарезал шойхет. Ну, то есть у вас не было своего ризика? Нет, нет. Угу. Я же говорю, это было полугородского типа, такой поселочек. Городской поселок. Нет, да потому что сахарный завод. Угу. Обязательно, я помню, мой папа сам... В пятницу ходил, чтобы зарезать там петушки, курочки. Скажите, а вот ваш папа, он... Он молился Богу. Он ходил, например, у вас синагога была? Там синагоги не было. То есть опять ходили к соседям куда-то? Или ходили, или молились дома. Одевали этот... Филин. Да, и он в углу всегда... И читал, и плакал, потому что вся семья его погибла. А меня дочка говорит, зачем ты делаешь так, чтобы дедушка плакал? Это то, что я так это помню. Ну, а потом мы уже, я уже повзрослела. Нет, давайте до взросления. Итак, у вас была... Вот да, как мы определили, у вас была бедная семья. Семья ваша бедная была... Ну, вы так. Помните, что вы голодали до войны? Или этого не было? Не было. Не было такого, да? Нет. У вас свой домик был? Тоже нет, как... от завода была квартира. Да. А была какая-то земля, участок? От колхоза было 30 сотых огорода, мы там картошку сажали. Понятно. Скажите, то есть, в общем-то, все вот... Труженики. Вот, например, вы помните ваш брат Элик младший, да. Который, да, вы говорите, это имя. 35-го года он, наверное, да. Был рождение, да, где-то. 6 лет было ему. Когда война началась. Скажите, вот ему, наверное, делали бритмилу. Так вот это же где я. Где это хотела... вы делали? У себя вот в Моевке или отправляли? В Моевке и приглашали в тайком, чтобы никто не знал. Соседям украинцы. Да. Соседи украинские, чтобы так другой кто-то не сказал. Было очень опасно. Да, я помню, ему было 6 лет. Он был агиидыш. Вы знаете, что такое агиидыш? Еврейский ребенок. Ярко выраженный. Да, ярко выраженный. Скажите, а вот ваша эта квартира, вы жили среди украинцев? Или ваши соседи ближние были, это евреи? Были евреи на первом этаже, мы жили во втором. А так, таких домов больше не было, многоэтажных, да. Жили там соседи, тоже ничего так. А вот вы себя, насколько помните, до войны, до 41-го года, вы всегда жили в Моевке или родители вас вывозили куда-то? Вот. Водили к бабушке, к дедушке в Тамашполь. Это родители Винницкая, вашей мамы? Да, в Винницкой области есть. Вот, вся, местечко такое. Да, вся семья с родной мамой, все жили в Тамашполь. То есть она была родом из этого местечка? Да, там были они все очень религиозные.
бабушка Хана, бабушка Майя, это имя носит эта Маечка моя, дедушка Эля, дедушка Янкл, я их помню, помню даже, когда меня еще совсем, видимо, года 4 привозили туда. Понятно. В гости. Там соблюдалось вообще. И они все жили одной большой семьей или каждый в своем доме? Нет. Эти, дед, да, жили два деда, значит, прадед и дед жили. Угу. Вот. Скажите, вы сказали, что мама была единственной дочерью. Да, да. А были братья у нее? Три брата. Угу. Арон был брат, он был грамотный, я помню. Вот он работал по специальности какой-то до войны? Он, до войны он работал на узкоколейную станцию. Начальник узкоколейной станции. Он поезда, был... поезда. А вообще у него был свой магазин. И я помню, как их... уже не этого я не помню, такси. Помню только то, что их выслали в Херсон, всю семью. Семью вашей мамы? Семью это этого брата Арона. А, Арона, то есть это в 20-е годы было? Да, да, да. Она рассказывала мне все это, но я еще так... Вот. А потом они вернулись, и дети стали его, дочка учительницей. Вы помните, как ее звали? Любовь Ароновна, ее все знали. И Ефим Якович, он преподавал математику. Это сын его был? Это ее муж. А, муж ее. Да. И, значит, он был учитель математики, а она была учитель русского языка. Помню, как она с нами, со мной изучала «Бурем глоя, небо скроет», Пушкина стихотворение. «Буря». Пуш... Да, но я же была у них... Летом всегда. То есть каждые каникулы летние да, ездили да, к бабушке, да, дедушке? Да, да. Тамашполь. Тамашполь. Угу. Да, еще был же у них один брат. Так он, когда было ему это все, он поехал в Ленинград. Молодой, лет 15. Стал ленинградцем, там семью создал, то и все. Там такая? Да, у меня фотография есть. Как его звали, вашего дядю? Лейбалы. Лёва. Лёва, Лейб. Лейб, да, угу. Да. И какова его судьба, судьба была? В годы войны он... Он ушёл на фронт? Вернулся. Ах, жалко, не... Вернулся с войны? Да, да. Угу. И у него... Была семья. Семья? Они да. Выжили блокаду? Выжила жена с одним ребенком, а потом дети еще пошли у них. После войны? Да. Она даже переписывалась со мной лично. Он приезжал сюда повидаться. Значит, первый. Был брат Арон, брат Лейб, а еще был у него брат третий, у вашей мамы. Ефим. Ефим. Да. Угу. Ефим, так это брат, а где он жил, брата, брата Арон. Брат Арон имел брата Ефим. И брата Лёву. Угу. Да. А Ефим где жил? В Тамашполе тоже. Потом, в Джурине потом. А потом он перебрался в Джурин. В Джурине, да. Так. Перебрался, до войны еще перебрался. Джурин. Да, потому что там была школа большая. А почему? Он был учителем? Он же учитель, я же говорю, преподавал математику. Угу. Да. Понятно. Такой учитель. Ясно. Он умер уже лет 10. То есть 10. Вы каждое лето ездили в Тамашполь? Да, в Тамашполь они брали нас, помню. Слушайте, а вы помните вот 33-34 год, когда был голод на Украине? Вот это я хочу вам сказать, 34-й год. Был очень сильный голод. И вот этот Ефим, брат, в школе давали хлеб. Так они каждый раз получали хлеб, как учителям. Да. Так он, они нам передавали в Моевку хлеба. То есть они делились с вами? Да, а однажды мой отец пошел туда, и они дали ему, и он шел пешком с этим мешком, с хлебом. Я из лесу вышел, ограбили. И забрали хлеб. Угу. Да, такие мансы. А вот ваш папа работал на сахарном заводе, им ни пайку никакую не давали, не поддерживали рабочих?
Может, поддерживали, но я то все не помню. Это я запомню. Конечно, давали же. По-моему, молоко брала мама всегда. Там был маслозавод, что-то уже такое вот. Да. Ну, вся ваша большая семья со стороны отца и мамы, да. И вы все выжили. То есть никто не пострадал от этого страшного голода, да? От голода смогли нет. Смогли справиться с этой, да, трагедией? Да, земля была, огород был. Угу. Это поддерживало вашу, да, семью? Да, да. Угу. Да. И, в общем-то, так вы и жили там? Да, да. Да. Спокойно, хорошо? Жили, да. Угу. Нас не убивали. Скажите, а вот когда вы жили, то есть ходили в школу, вы сказали, что до войны вы успели закончить 6 классов украинской школы. Да, да. Какие у вас отношения были с этими девочками, мальчиками? Вот. Девочки и мальчики, они не понимали, что мы еврейские дети. А, так? Да. Но, а с учителями было хорошее очень. Был учитель Твердохлеб, я его запомнила, он до 4 класса нас вел. Да, но меня звали Фейгаши. Так, yeah. Всегда он проверку, кто есть, вставали, кто есть. Посещаемость. Мильман Фейга есть, ну, отзывалась. Вы, yeah, этого не помните, как в школе перечитывали? Было, да. Было, было такое. Вот, yeah, это я помню. Мне очень не хотелось этого имя Фейга. То есть вы чувствовали все-таки, да, что вы не... Но когда мы пошли, пошла моя мама, чтобы переписать, они говорят, такого имя у нас нету. Это у вас Фейга. Так, она, так я была Фейгой все время. Но так меня звали, Фаня. Но это не сказывалось на ваших играх? И... Нет, тогда игры не было. С детьми? Да. В школе, нет, одноклассниками? Нет, своими. Нет, нет, такого не Скажите, было. А вот ваш дом в Моевке? Да. Приходили в основном это евреи села или... Из евреев села не приходили, а еврейских детей было мало. Понимаете, таких вот. Я была одна еврейка на весь класс. Но потом мне повезло. Один бухгалтер приехал в Моевку на сахарный завод, так у него был мальчик Игорь Илья Наумович, он потом стал врачом, и с ним встречались, и даже работал в нашем городе. Больше евреев таких не было. Да. То есть, в общем-то, все ваше окружение составляли члены вашей семьи, так полагаю? Да, да, да. В дома к своим украинским соклассникам вы не ходили, да? Вас не приглашали после школы, например, на уроках, там вы побывали, идем домой, кому-то домой зашли? Ко мне приходила Ксения. Были у вас подруги? Была, такие, была Пижук, да? Галя. Ну, так, скованно. Но так, сам поселение... Село это относилось хорошо к этим евреям, потому что один шил, другой краил, третий умел... Нужные люди все были, мастера. Да, 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 нужные люди. И люди хорошенькие такие были. Хорошие люди. Да. И так, в общем-то, все это... Шло до войны. Происходило до войны. Да. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы что-то знали о истории своей семьи, когда до войны вы еще росли, значит, ваши вот деды и бабушки, они прибыли в эти места, вот Моевка, например. Так. Ваш дед Лазарь, откуда, значит, он приехал? Дальше, дальше. Да, история, которая уходит в прошлое, да. Что-то известно я об этом? Я плохо знаю, но знаю точно, что с Винницкой области, там... В одном из местечек они жили, да? Да, там была Буровка, Черновец, там была Ямполь, там была Гонуровка, я знала то это. То есть откуда-то из тех мест были ваши дедушки, да, и бабушки? Да, да, да. Скорее всего, так что ты говоришь, как якобы с Могилёв-Подольска. Ваши корни? Что-то вот так. Вот со стороны папы вашего? Да.
А мама всегда была в Тамашпуле? Да, в Тамашпуле, да. И родители ее там? Там жили, я помню, это уже сейчас-то какое-то будет, четвертое или пятое поколение. Угу. Я в пятом поколении это все помню. Понятно. И так, в общем-то, вы хорошо жили до 22 июня 41 года? Да, материально. То есть вы не были богатыми? Не богатыми. Но и не были бедными настолько, да? Да? Да, правильно? Да, да, да. Угу. Телевизор у меня был, и холодильников не было. Ну, тогда этого вообще нигде да, не было. Да. Угу. Кажется, а у вас были родственники, которые жили за границей, которые уехали из Советской Украины там в начале 20-х годов? Такие были родственники? Нет, нет. То есть вся ваша большая семья с двух сторон? Да, то, да, что я с помню. С маминой, с папиной стороны? Да. Родились и жили всегда вот в этих местах, которые да. вы называли. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот то, что вот вы еврейка, вы знали только потому, что вы говорили на идыше, что вас звали Нильман Фейга? Нет, нас а даже... Как а как вы так себя нас определяли? Дедушка нас учил говорить утреннюю молитву. Которая это? Лазы? Янг. А, это с моей стороны мамы. Да, мамы, да. Угу. Что когда утром стоишь, говоришь, мой Деани, Лефинехам, угу. Вот мы знали. И, конечно, было потом тяжело общаться. С неевреями. Но потом мы хорошо выучились. Понятно. Язык украинский. Угу. Ясно. Да. И вот когда началась война, 22 июня 41 года, где вы были? Сейчас. 22 июня. Когда началась война, я и моя младшая сестра Туба, мы были у бабушки Майки, у дедушки Янки на каникулах. Так было ежегодно. Да, вы рассказывали. Да, да. А поскольку мы, дядя и тетя преподавали математику в школе, в Джурине, они нас тоже пригласили. То есть в украинских костюмах и в лентах. Угу. Как украинки. То есть национальной одежде. Да, да. Вот, и нас выставляли, что вот такие девочки поют, такие девчата. Угу. Вы украинские трошки знаете. Да. А утром вот такое вот стало шумиха. То сразу вы... знали в часов 4-5, что уже война началась. Угу. Но мы уже за недельку-две там понимали, что вот что-то... будет. А, да. И мы остались... Откуда вот. Это было ощущение приближения войны? Потому что люди один другому говорил, mm-hmm. вот, что что-то неладно. Ох. И так вы были в Джурине? И да. нам мама позвонила с Моевки через некоторые, через недельку полторы или две, я после помню. После начала войны? Да, началась война, mm-hmm. что Мойша взяли в армию, и я осталась с детьми. С Эликом одна. Да. Угу. Я осталась одна. Не с, а с братиком да. она осталась. Угу. Пришлите мне детей. Прислать детей. А дети это я, Фейга, и сестра Туба. Таня и Фаня. Ну что ж было делать? Отправляя дедушка и бабушка, пошли на железную дорогу. Там останавливался минутки две поезд, который идет Михайловка на Моевку. А куда он дальше шел? Он, ну вот и шел туда на сахарный завод. А то есть это специально был да, завод, да. Вагоны, да, шли да. поезда. Да, и там договорились, чтобы нас взяли. Угу. Ну нам отдают к маме, так мы идем к маме, конечно, да, конечно. Все. И проводник подал ручку сестричке, она вышла и тронулся в поезд, и я осталась. Угу. Хотите воды попить? Все. Итак, вы одна остались в Джурине. В Джурине, да. Пробыла в гетто все время. Как там было все, вы помните? А?
Как это было все где-то? Там в Журине? Итак, ваша сестра оттуда уехала. Вы как? О ней, конечно, ничего не знали. Ни о больше ней, ничего ни не... о маме, ничего. Ничего не знали. Вы остаетесь знала... в Журине. Что я... происходило у вас в Журине с вами, с вашими что... близкими, да? Сейчас. Я вам хочу сказать, что мы узнали сначала то, что 10 августа 1941 года в 10 часов утра были расстреляны все эти евреи, там, клочок в Моевке, старики и дети. Там большинство-то были помоложе, те, которые работали на сахарном заводе. Те все были эвакуированы, вот, остались этот, их расстреляли. Ну, вы, наверное, об этом узнали, знаете, конечно, после войны. Да, нет, мы во время войны. А, во время войны уже узнали? Да, было такое кольцо, платили русским, которые могут пойти в деревню, там разузнать, кого убили, кого не убили, кто... кого-то спрятал, и снимали с себя все, что могли, и отдавали. Да, чтобы вам принесли эту информацию. Да, вот. И вот мы жили все в горе таком, что нет Итак, уже... Итак, в Журине с кем вы остались? Вот. С кем же я осталась? Да, в Журине. Я же осталась с бабушкой Майкой, с дедушком Янкой и с маминым братом Ароном. Ароном. Да, но еще было... один брат, но тот жил отдельно, а это жили мы все вместе. Нет, ну в Джурине все жили. Все в Джурине. В Джурине. Итак, да. Да. И когда к вам пришли немцы. Оккупанты, да. Да, кто это были, немцы, румыны? Как Нет. это было, вы помните? Это были, ну не то ли мадьяры, или как венгры, они? Венгры, мадьяры. Мадьяры, да. То есть первыми они пришли к вам, да. в Джурин? И пришли, еще так, да, мадьяры, потому что пришли румынские люди, которые там были. Вы имеете в виду, так их еще вынесли, их хлебом вспоминали, встречали. Подождите, вы говорите, что вот вы знали, что уже идет война. Да. Так. Но в Джурине пока тихо, да, никого нет. Мало времени там. Да, да, да. И вот первыми появляются у вас кто в местечке? Нет. Мадьяры или вот эти румынские евреи, беженцы? Кто у вас был? Вы помните? Мадьяры. Мадьяры, да. пришли. Они одни были или немцы с ними пришли? Это я так что-то не помню, но точно помню, вот я напомнила, что это мадьяры, потому что один сумел с ними заговорить по-мадьярски. Это был еврей из Могилёв-Подольска. Да, 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 да. Эти мадьяры, они у вас осели или пошли дальше? Остановились у вас в Журине? Немного так, а потом уже поселились хорошо. Потом. С этими мадьярами они привели кого? Румынских евреев с собой? Через нет. Или как это было? Было так, что через некоторое время начали высылать румынских евреев. Вот. И в Джурине, и в Мелафе. Как они к вам попадали? Их сопровождали румыны? Кто? Их не знаешь, как их сопровождали на больших каких-то судобекеров или что такие были. А многие так, на подвозках. Угу. Вот, и каждый день нарастало больше людей. И в каждой семье, вот, если в одной комнате могли быть... Ну вот вы жили в доме бабушки и дедушки, да? Да. И к вам подселили вот да, такую семью румынских да. евреев. Румынских евреев было. Которые гнали от... Знали идыш, евреев. Домашних мест своих. Да. Угу. А я помню, даже один его звали доктор. Вот. А я спросила, почему же он доктор, что он лечит, а потом мне объяснили, что адвокат тоже доктор. Угу. Понятно. Есть такое? Да. Так, и вот когда к вам пригнали вот этих гонимых евреев да. Румынии, да? Да. Буковины, то
было установлено гетто или что это было? Что? Гетто уже было у вас или гетто с прибытием было установлено? Нет, нет, еще не было. Не было еще гетто. Так вот. Но через них не может... просто расселяли ваши дома, да. Местных жителей. Я помню, что прямо через некоторое время приходили эти бедные люди с чемоданчиками, с мешочками, оттуда, оттуда, от всякого... Из разных мест. Да. Угу. Вот. Что еще я помню, что их выселяли на больших... И особенно румынских евреев, я запоминаю, они приехали в таких сапогах, и таких большой одеты, да. Здоровые, но ни жен, ни детей они не перевозили, оставались, выкупились, наверное. То есть кто к вам прибывал, только мужчины румыны? Мужчины, женщин нет. Не было? Не было. Угу. А вот кроме вот этих важных румынских евреев, угу. Мужчин, еще были бессарабские евреи, да, которые же... это были семьями прибывали к вам. Целые семьи, целые mm-hmm. семьи. Они арабские. Уже были бедными, да? Бедными и замученными и mm-hmm. голодными. Так вот в нашем этом местечке Джурин был Эршел Коральник. Это был как рав. Mm-hmm. И мой дед Янкель. Да. Они были в этом такой маленькой десяток людей, что они молились от Бога всегда. Да. А люди начали голодать и умирать. Так специально дед Янкель мой и этот чельник Коральник сделали так. Каждый хозяин, что живет в своей квартире, все должны дать каждый день ведро. Суп затируха. Из кукурузной муки. А? Из кукурузной муки, да? Да, из кукурузной муки это было еще хорошо. А из чего затируха? Овес. А, овсяные были. Да, овес. И при том такой еще промёл. И я помню, я и вот этот, что написал свою книгу, Фима, ему было 9 лет, да. Дедушка, и, значит, я шла ей, я шла, выдавала всем кусочек хлеба, вот такой маленький. Хозяйка дала такой вот маленький. Фима давал хлеб, а я набирала черпаком суп и каждому давала. Бывало такие люстры. А где вы брали еду? Вот вы местные? Каждый, вот это. Со своего участка, да? Или да. Запасы свои, которые... И запасы, кто имел. Но это в начале все было. Это было в начале, но оно длилось 3 года так. Кто мог дать, то и давал. То есть это ваш дед постановил, да, что но местные да, но дед евреи умер. Должны поделиться... Не дожил кончины войны, похоронен там, в Джурине. Скажите, Фейга... А когда было установлено гетто? Вот прибывали эти люди, да. Гонимые судьбой, да? Да, прибывала, но потом как... я уже этого есть. А когда было установлено гетто, вы находились в своем доме? Да. Или вы... Нет, как в своем? Я у дедушки и бабушки. Нет, я поняла это. В том смысле, что или когда дом. Было установлено гетто, вам не надо было переселяться в другой да. дом? Мы переселились. Переселили вас? Да. Да. Конечно, переселили, они так еще было, не говорят, что переселяют и не дают запускать. Так этот дядя Арон оставил квартиру, которую он имел хорошую, заводскую, и мы пошли, сняли у еврейского хозяина и жили там уже все. Когда началось, что приезжает столько людей, так... Каждый кусочек был выделен для... Я... Прибывших. Да, там была семья Крафты, но я дальнейшего их не знаю. Судьбу вы их дальнейшего не знаете. Да. Итак, Фейга, да. Немножко построим, да? А? Немножко порядок сделаем в том, что вы нам рассказали. Могу напиться? Да, конечно, пожалуйста. Итак, в общем-то...
Фега, вы меня слышите? Да. Хорошо сейчас. Скажите, пожалуйста, итак, вот мы с вами говорили о том, что вам подселяли вновь прибывших гонимых бессарабских евреев и румынских евреев тоже, да? Да. А когда... вы скажите мне следующее. Вы могли свободно передвигаться по местечку? Нет. Нет. А вот когда наступил момент, нет, когда вам запретили выходить за пределы района, где вы жили? Это я помню, что когда запретили, не давали пойти взять. Раз в неделю давали только воду. Одна кренетя. Угу. Знаете, что такое? На все, только по средам. Нельзя было выйти что-то покупать, было то тайком. Но потом, когда уже появилось больше и больше румынов. То есть они постоянно прибывали, эти люди, да? Да, 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 да. Так уже они что-то привозили, какие-то продукты, то есть там передали. А колючая проволока в Джурине была? Ворота? Полицаи, которые охраняли вас? Или у вас было свободное передвижение по местечку? По местечку нельзя было ходить. Точно. То есть вот только ту зону, которую румыны для вас определили, вы могли там передвигаться, а за пределы этого? Нет, Боже упаси. Этой территории вы не могли выйти? Нет. Понятно. Но внутри в гетто мог один сосед зайти к другому. Понятно. А потом уже... Какое-то стало гетто, если уже хозяин заходил и сам был, уступал место. Еще же и дети рожались. Рождались дети? Ну да, приехала одна семья, вот-вот-вот родила, вот-вот-вот и другая. В одном конце, в другом конце. Скажите, вот война началась, вам было 13 лет, уже девочка большая была, правильно? Когда румыны у вас, румынская жандармерия, да, управляла вашими делами в местечке, в гетто вашем, Джурине, вот вас заставляли работать? Конечно, заставляли. Вот где вы работали, вот. Фейга? Заставляли подметать улицы. В Джурин... Где? За пределами гетто или на территории гетто? На территории гетто. Все, весь Джурин был, это вся территория такая. Убирали, и потом, когда была зима, были такие снега. Расчищали, нельзя было, нельзя было выйти. И что посылали, не то что посылали, был совхоз «Садковцы». Так, это на территории местечка было? Это за... за Джурина? Выход из Джурина. Это рядом украинские дома начинаются, и там это совхоз. Так. И так туда нас посылали работать. Это когда урожай собирать надо было, да? Да, да, угу. Вот. А ну, вообще-то так, что свеклу чистили, такие уже большие свеклы, и она грязная была. То есть... Выбегали мы сами работать, когда везли свеклу сахарную на завод, а они падают, эти свеклы, и мы подбирали. Это было очень страшно. А почему было страшно? А потому что это значит, мы крадем. А кто-то охранял эти повозки? Охраняли, все гетто охраняли. Но кто охранял, полицаи или румыны? По-моему... Такие полицаи, я так их не помню. Боже мой, не помню. Наверное, такие полицаи, которые вредничали. Из окрестных вот деревень, да, украинских? Да, вредничали. То есть почему, вы говорите, было страшно подбирать? Потому что вы боялись, что вас подстрелят или забьют? Да, да, да. Но вы это делали? Делали, потому что это был вот такой достаток. Свеклу сушить, испечь, сладкое. Понятно. Да. Скажите, а вот вы, когда вас водили на работу в совхоз этот, посевные, на уборку свеклы, вам давали еду какую-то? Плохую еду давали, очень плохую.
И когда вы работали в совхозе, вам какую-то давали еду румыны? Очень плохую. Что-то есть давали вам? Эти, похлебку давали, похлебку давали. Но там были еще, это же Украина, украинцы, бывало так, бросят кусок, буханку хлеба. Крестьяне. Да, да, да. Но старших там больше, а таких детей, как я, так иди куда хочешь ты, тоже Настя. То у меня заболела тифом. Когда это было? В каком году, вы помните? То есть в первую же зиму или это уже был 42-й, 43-й год? Нет, еще дедушка же жил, да. В первую зиму. В первую зиму, 41-го года. Да, да, да. И кто вас выхаживал, кто лечил? Румынские врачи. То есть у вас в жюри, вот среди этих, вот эти, чтоб их сюда изгнанных были и врачи, которые оказывали вам помощь. Да. Но у них что, были медикаменты какие-то или что? Или просто знания, которые они приняли? Медикаменты даже, аптека была у них, аптекар знал, что кому надо. Так по маленькой дозе делили. Там то как-то у них была передача. Аптекарь был в Джурине? Аптеки не было, но сам того, что выслали... Он был аптекарь, да. У него были препараты какие-то, да, да? Да, я помню, таблетки, крем такой для рук, там для ног. Приболела гриппом страшная. Нельзя, то есть у вас был и тиф, и грипп? Да. Угу. А кто за вами ухаживал? Бабушка? Дома. Да. И все варили картошку, помню, и терли мелко-мелко, чтобы можно было, так было повреждено внутри, воспаление там такое было. Да, и то привезли нас туда со своими одеялами. Куда вас привезли? В больницу. А больница где находилась? В Джурине. То есть вот в Джурине была больница, которую организовали вот эти же румыны, да? Румыны, да, да. Угу. Так эти одеяло, подушку, то все себе быстро бросили в такой бак, там кипело, и оно все это, как сказать... Дезинфицировалось. Дезинфицировались, да, угу. Да. И там в этой больнице вы лежали, да, пока не выздоровели? Выздоровели, потом меня уже, видимо, выписали, не ходил никто ни с бумагами, ничем так. Да, это, конечно. Так выписали, и все. И вместо меня уже два пришло человека, проболело в Джурине много тифом. Угу. Да. То есть очень многие болели тифом? Да. А какая была самая большая проблема в Джурине для евреев? Какая была? Ну... Чего больше всего... не хватало, или что, ну, больше всего страх вызывало волнение? Страх, что вот-вот поведут, понимаете? Это всего каких-то 18 километров Моевка от Джурина. Угу. Вот. И то есть самое давлеющее было у вас чувство, да, страха перед гибелью? Ужас, да, да. Угу. Ой, однажды, я помню, мы пошли с этим Фимом воду принести. Она стоит на горе. Мы поднялись, и ведро упало, и вода разлилась. И все. Мы не знаем, откуда и как. Оглянулся немец. Или это был немец, немецкая одежда, другой человек. И он так показывал, что их nicht schießen. Их nicht schießen. А мы потом пошли, мы взяли ведро, а ведро уже все побилось. Так мы его с ним, глину желтую взяли, замазали. Набрали ведро воды, пока мы дошли, оно все потекло. Воды не осталось. Да, такое было. Потом еще один раз я запомнила. А, уже забывайте, спрашивайте. Скажите, а вот... Румыны позволяли вам, раз у вас была больница своя, да, благодаря румынским евреям, которые были в Джурине, где вас лечили. Да, но это не было там, что вот это... А что еще было в Джурине, кроме вот больницы, вы сказали?
Еще что-то какие-то... На рынок был. У вас рынок был свой? Нет. Или рынок был за пределами Джурина? Он был около церкви деревянной, это в центре. Она была, по-моему, не работающая церковь. И туда крестьяне приносили там кое-что. По воскресным дням? В обмен вот это. И румыны вам позволяли, да, узникам ходить и обмен? Да. Товарами проводить. Да, это было. Угу. Но так все тайком. А были такие моменты, вот мы знаем, что в эти места ваши, Винницкая область, Транснистрия, где вы находились. Да, да, Транснистрия. Частности, потому что это была оккупационная румынская зона. Вы там освобождены были Красной армией только в марте 44-го года. Да, это... Вот все эти длинные дни и ночи, что вы там были, вы помните какой-нибудь момент или событие, которое особенно до сих пор у вас врезалось в память? Вам тяжело об этом говорить? Ну, вот все-таки с нами поделитесь этим воспоминанием. Что самое хуже? Да, было. Самый тяжелый момент вот вашего пребывания в Джурине во время оккупации. То, что расстреляли мою маму. Это сестры. Известие о гибели ваших близких. Конечно, мы раньше узнали. Мы знали все годы, те, что мы были в гетто, мы знали, что в Моевке был, в Боровке был, То есть там, где были немцы, евреев убивали. Да, да, угу. да. Ой, страх это ваш. Я помню, когда уже какое-то было расслабление, и пошли, картошку там выкинули. Пошли, и каждый мог выбрать себе какую-то картошку и принести домой. И неизвестно откуда-то не было, выскочил жандармер один и выстрелил и убил парня, и у меня на глазах, ему было 17 лет. 3 дня он лежал, и нельзя было его похоронить. Румыны не позволяли? Не знаю, там и не было ни румынов, и не было здесь, все прятались. Нет, а вот этот жандарм, это румын был, который стрелял по этому юноше еврею? Да, высокий, полный такой мальчик. Мать осталась. Они, и сами они были гетовские. Они... То есть это был мальчик, он был из украинских евреев или из изгнанных? Изгнанных, да. То есть это на вашу бытность пребывания в гетто, это вот единственный случай, когда румыны убили еврея, да? Да. Молодого человека. Да. А так, как они относились к вам? Вот, они позволили вам создать больницу там, да? Мы их не видели, кто это делал. Угу. Но вы меня спрашиваете.